Вот это поселок Изварина. Здесь находятся мирные граждане. И украинские войска это долбят. Да, я сам служил в 25-й Болграде. ВДВ. Вы не сила. Вы трусы. Мне больше вам сказать нечего. Но реально так нечего. Поступают только последние паскуды. Гитлер этого не делал. Бомбить мирное население, зная, что тут нету, плюс двухкилометровая зона Российской Федерации, это просто безответственность. Да, я вам скажу честно одно единственное. Я сам с Донецка. Я не боюсь вас. Бояться я уже устал. Ни моя семья не боится. Но, знаете что, как вы бовите наши семьи, так мы будем бовить ваши семьи. Я буду лично вырезать вас, ваши семьи. Каждого пилота, который разбил мирное население, которое пострадали мирные граждане, бабушки, дедушки, мои, его и всех остальных ребят, я буду лично резать. Я уже ничего не боюсь. Хай они нас боятся теперь. Дай это, Бог. Это им Бог будет всему, урок. Бог всему судья. Не мы пришли, а вы пришли к нам. А этому Порошенко, я ему самолично передам привет. И тому же самому Коломойскому. Гондон ты, Коломойский. И обучать вот этих вот и спонсировать тех нациков, которых ты спонсируешь. Лучше бы ты эти деньги отдал детям, которые живут в недостатке и которые нуждаются в этих деньгах. А ты гондон. А все остальные наемники, ребята. Я не наемник. Да, я давал присягу украинскому народу. Я лично давал присягу украинскому народу. Я служил в Болграде 25-й дивизии. 25-й болградской дивизии. Никогда она была первая аэромобильная, а 25-я болградская ВДВ. И все остальные ВДВ, 95-я, 79-й полк Николаевский. Ребята, вы лохи галимые. Вы не достойны носить ни берет, ни голубую тельняшку. Вы опускаете свой народ. Мы вам не воины, мы вам не враги. Но, извините нас, вы пришли на нашу землю. Не надо лезть к нам. Подумайте о том, что куда гонит вас Америка. Вы галимые лохи. Кто не прав со мной, не согласен. Приходите, мы поговорим. Но бомбить Саушек, с БМД, с Нонок и со всего остального. Станков, вы можете с танков за 40 километров. Вступите в реальный выходи бой. Выходи в равном. Выйди тет на тет. АКС, есть подствол. Вот он. Дьявольское значение, да, три шахи. На крайняк я его сниму и буду с ним бороться. У меня есть нож даже АКС. Ребят, вы дурные люди, вы боретесь за деньги. Вы боретесь против своей страны. Но деньги ничего не решают. Решает вера и правда. Удачи вам. Подарки демократии. Здравствуйте.